В Нефтеюганске прошло первенство Югры по плаванию среди людей с ограничениями слуха. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из Нефтеюганска, Угорска, Нижневартовска и Сургута. Они преодолели 150 метров вольным стилем, 50 метров на спине. Возраст участников от 10 до 35 лет. Болельщики уверяют, у этих спортсменов самый сильный характер. Поэтому наблюдать за соревнованиями – захватывающий процесс. Победители по каждой дистанции первенства и чемпионата в зачет сурдспартакиады Югры будут защищать честь региона на всероссийском уровне. Стартовый сигнал подается вместе со звуковым и световой сигнал. Но в связи с тем, что в данном бассейне нет такого оборудования, поэтому старт сегодня будет даваться отмашкой флажком. Это тоже разрешено правилами. Занимаюсь легкой атлетикой, я участвую в плавании во всех видах спорта.